У Гомеля абмяркоўвалі перспектывы архітэктурнага аблічча абласнога цэнтра. На пасяджэнні гарвыканкама запрасілі спецыялістаў па горадабудаўніцтве і жыллёва-камунальнай гаспадарцы. З выказанымі прапановамі азнаёміўся Алег Сінцёроў. Галоўная ўвага зараз – рэалізацыя зацверджанага 2,5 гады таму генеральнага плана развіцця горада. Работа вядзецца адначасова па некалькіх накірунках – ад дадатковай забудовы ва ўжо існуючых мікрараёнах да пошуку прынцыпова новых пляцовак. Прычым разглядаюцца ўсе магчымыя варыянты, нават калі на першы погляд яны могуць здавацца неперспектыўнымі. У гэтым выпадку правядуць неабходныя даследаванні. Трэба прыняць канчатковае рашэнне і больш да гэтай тэмы не вяртацца. Упраўленне архітэктуры пагаджаецца, не ўсе пляцоўкі могуць быць прыгоднымі для будаўніцтва. Так званая гомельская бурое болото. Вода тут находится на поверхности, на вот самым спекотным летом. Ее уровень может быть увогуле таким высоким, что любое будовництво окажется экономично неботозгодным. Одночасово, подчас посяджения гарвыканкама, означается недостатковая работа администрации по попереджению выпадков самовольного будовництва. По колькости складенных протоколов, по этому показчику, Гомель сярод областных центров явный лидер. Только у первом квартале 44 официально зарегистрированное порушение. Сярод інших пытаний, которые хвалят гомельчан, наявность инфраструктуры у новых районах, проблемы все еще застаются, а их становится меньше. Романовичи. Ну, третья очередь – это один из последних таких проектов, где уже, в принципе, даже туда сети уже подводят. Так что то, что люди были обращения у нас, как бы и многочисленные достаточно обращения о том, что не хватает инфраструктуры, то эта инфраструктура сейчас ударными темпами вводится. У протяг темы архитектурного обличия Гомеля питание гаражных кооперативов зараз в областном центре их каля 160, тут заховывается каля 30 тысяч транспортных сродков. При их агульной колькости у 175 тысяч этого явно недостатково. При том, что навод добраупорядкованные кооперативы прогажусь областному центру не додают. У некоторых новобудовлях проектами предугледжуются подземные гаражи, але поколь это выключение с правил, на стадии обмеркования находится и европейский опыт створения размещенных под землею громадских шматузровневых паркингов. Правда, поколь термин реализации хотя бы одного такого проекта у Гомеля не огучиваются, и справа не только в особенности необходимых для их будовництва сродков. Мы должны понимать, что в центре города подобрать площадку для строительства необходима большая загрузка сетей, вынос сетей из пятна застройки. Ну, в этом имеются некоторые сложности. Олег Сентюров, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель».